1965 год. Кончил и стал художником. Потом я кончил институт Львовский полиграфический. Львов, Украина. Но на пока каком я... городе? Львов. Львов. А, Львовский, да. А пока я кончил Львовский, я уже был член Союза художников СССР. И я когда поступил туда, я скрывал, что я член Союза. Скрывал. Потому что если член Союза, зачем учиться? И они приняли. А когда приняли, я им сказал, ректору, что я член Союза. А он говорит, ничего, хорошо, молодец. Все. И кончил его тоже. И приехал комрад. Комрад, я сам был Каневский. А комрад, я приехал, потому что тут был один известный гагаузский поэт. Карачабан. Поэтому Карачабан, наш один из первых знаменитых писателей, его книги выпустили в Турции 2 раза, потом здесь выходили. Я его рисовал много, работ 40 я его рисовал. Когда он умер, я назвал «Возвращение поэта». То есть он ушел туда, на тот свет. Ну, оттуда пришел. Все, он опять с нами. Потому что я первый из художников обратился в фольклор. Фольклор. А у гагаузов что было, кроме фольклора? Ничего. Песни были, сказки были, легенды были. А для того, чтобы узнать народ, надо фольклор изучить. И историю. Я делал историю. Рисовал и писал. Я был в Турции. В Турции много продались. Вот. В Канаде был, там продались 2 работы. Но я был туда, я послал туда 5 работ через одного знакомого друга. Москва, Третьяковка имеет 2 работы. Ваши? Да. Третьяковская галерея. Не знаю. Потом я был в Турции, там были тюркские художники. Вы понимаете? Я взял гран-при и направили мне Татарстан, Казань, 1 месяц. Я там жил за счет государства. Казань. Да, Казань. И познакомился с татарами. Художники, все, дружили. Я там отдыхал, да. Все. Сейчас я здесь живу. Я жил в Турции 12 лет. Этот гагауз. Понимаете? Я то уважаю свой народ, историю, все, легенды, прочее. Творчеством занят своего народа. Но трудно тут. Я в Турции работал 1 день, 1 картина. Здесь я 1 картину делаю, вот это уже 2 месяца. И то это не творчество. Это так. Да. Понимаете? Да. Поэтому мне не нравится тут. Я не могу. Если я буду жить еще тут 2-3 года, сразу умру. Тут невозможно. Самые важные темы — это фольклор и история. То, что моего народа нету. Нету у них. История нету. Уничтожили. Все уничтожили. Все, и Византия, и Китай, и это, там были эти англичане или кто. Вот так. Потом я был председатель ГГУ с Халкы. Здесь. Да. Имел клуб. Об этом хочу больше знать. ГГУ с Халкой, да. Вы сами понимаете, я патриот был. Я рисовал все гагаузское. Естественно, пришли 3-4 человека. И говорят, мы хотим, чтобы ты был председателем ГГУ-СХЛ. Я говорю, я буду, но я буду 2-1, 2-1,5. У меня нет времени рисовать. Я должен рисовать.
сьогодні рисую, я психую. Не отвечаю. Они говорят, хорошо. Потом я приду, один говорит, на твое место. И ты будешь свободный. Но я все равно оставался там. С ними ходил, и съезды делали, все такое. Я почему согласился? Потому что они, никто, никого не было, который ездил в народ. Людям. Село. Бешалма, Чокмайдан, Авдарма, Кангас и так далее. Надо ездить и говорить с народом. Подготовить. Один купил. А я говорю, надо... Вот, короче, вон я. Это фотография. Да, после, когда я приехал сюда. А вот это одна из любимых моих работ, я его не продавал. Это как бы привидение. Они выходят, вот тут, там, их много там ходят. И они привидения.